Вот такие вот часы у нас пришли. Вроде как часы для ребенка. Ну, хотя можно использовать и взрослому. Вполне достаточно. Сделано неплохо. Я смотрю. Ну, так, защита от воды вроде у них. Экран полностью закрыт. Угу. Ремешок на магнитах, да? Здесь можно отрегулировать, то есть короче сделать. Ага, да, так, видите? Отрезать лишнее. Так вот у нас получаются такие часы интересные. Кнопка включения. Вот. 5.26. Все четко работает. Интересно. Как говорится, дешево и сердито. Рекомендую покупки. Ссылка будет в описании.